Всем привет! С вами канал «Поделки-самоделки». Сегодня хочу показать вам, как сделать карманный мини-блокнотик своими руками. Это отличная канцелярия для школы. Такие себе лайфхаки. Хранить в нем можно что угодно. Наклейки, стикеры, записочки и многое другое. Очень удобная и нужная вещь. И, кстати, закрывается. А прежде чем выбрать, какой блокнот будешь делать ты, подари видео свой лайк и подписку на канал, если не подписан. Делись видео с друзьями, пусть и они делают такие мини-блокнотики. Для блокнота нужен один лист бумаги. Но чтобы вы лучше видели все сгибы, в видео я использую два склеенных листа вместе, разного цвета. Сгибаем лист пополам, по длинной стороне. Также делаем сгибы каждого края, опуская где-то на 2-3 сантиметра вниз. С одной стороны и с другой. Получившуюся заготовку сгибаем пополам. И еще каждую половинку сгибаем тоже пополам, с двух сторон. Раскладываем все, что получилось. И делаем надрез по центральной линии сгиба, до последней пересекающей. То есть надрезаем 3 квадрата, четвертый не трогаем. Теперь загнем бортики вовнутрь. Склеим их самые кончики с двух сторон. Перевернем на другую и нанесем клей на нижний левый квадрат. Приклеим к нему вторую половинку. Каждую полоску складываем гармошкой, получая странички с кармашками. Правда здорово? И очень легко. Чтобы странички держались, закрепим их вот здесь. Вот как необычно смотрится. Украсим лицевую сторону красивым рисунком, который тоже нарисуем сами. Милашный котик будет смотреться отлично на моем голубом блокнотике. Обведу контур черным цветом и раскрашу в розовые оттенки платье и бантик. Вырежу, оставляя небольшие края. Приклею. И еще подпишу вот тут. Из тонкой полоски, склеенной пополам, сделаем замочек для карманного мини-блокнотика. Обрежем два уголка с одной стороны, чтобы застегивалось хорошо. Приклеим замочек на внутреннюю сторону лицевой части. Обхватим им весь блокнотик и закрепим ее с обратной стороны. Пиши, какой блокнотик тебе нравится больше. Порадуй видео своим лайком и подпиской на канал «Поделки-самоделки». Всем просто отличного настроения. До следующего видео, друзья. Пока-пока.